Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если тебе нравится тематика Второй мировой войны. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Четтани, и сегодня у нас будет штурм Лего-здания в Лего-Сити. Привет всем, господа хорошие! Да, что ж, давненько мы не снимали эту рубрику, но помнится, что одна из них довольно-таки неплохо зашла и была оценена вами, где мы штурмовали здание на большом танке. Собственно, у нас есть еще один большой танк, ВВ-6, и сегодня мы протестируем его и, возможно, еще его собрата Мауса. Да, ребятки, поэтому будет довольно-таки интересно. Не забывайте оценивать наши ролики лайком и, конечно же, не забывайте подписываться на наши каналы. Так, короче, у нас выживальщик свалил на свой небоскреб, а мы его, собственно, постараемся уничтожить. Так, а я не знаю, я здесь внутри буду бегать, да, наверное? Ты бегай где хочешь, потому что я начну чуть-чуть подальше, и моя главная задача тебе-то влепить хорошенько. А я тебя не могу стрелять, да? Да можешь, чё бы нет. КВ-6-то он типа бронированный, я его переделал под сталь. Вот интересно, ты меня выбьешь, нет, из сидушки? Под сталь переделал. Ну, короче, я поехал. А где ты? Если это можно так назвать. Вон он. Кстати, это что было? Это пук был. Минус колесо, серьезно? На тебе просто охренеть. Ты в лифте, братка. А я знаю. Такой корабль, знаешь, типа такой Титаник какой-то здоровый. Слушай, а он хорош, прям вообще, брат. А ты где сидишь? А я не скажу. Это секрет, братан. Да ладно. Минус башню просто. Я тебе башню просто отстрелил, слушай. Просто минус башню, ты посмотри, как жестко залетело-то. Вообще жестко. Братан, мы едем, нет? Жестко залетело. Так. Что-то он меня как-то странно остановился, слушай. Я пытаюсь окна, короче, это разбить, а я не могу. А как через окна стрелять? Я не знаю, я приехал. У меня почему-то танчик не едет. Какого хера? Да ладно, ну ты лошпед. Во, поехал, нормально. Лошпед, я сейчас тебе покажу лошпед. Ты лошпед, как мне стрелять-то, у меня окон нет здесь. Окон? Ни окон, ни дверей у тебя скоро не будет, братан. А что происходит вообще? А что он так этот сел-то на брюшко? У меня с одной стороны все покрышки лопнули, понял? Я не понимаю, почему я не могу на окно запрыгнуть, господи. Сломай мне вот это окно уже здесь. Давай, попробуй, куда стрелять? Выше, ниже? Да, все, отстань. Я уже на крышу залез. А, вон где он. Господи, минус... Просто минус башня, у меня пулеметы только остались, серьезно? Ай, боже мой. Смотри, как эпично она падает просто, чебонька. Да, я вижу, она прям так медленно так упала. А последнюю башню я не могу отстрелить почему-то. Там пулеметы только остались. Я вижу, да. Ну-ка, а у меня даже прицелов нету, все, ну в принципе приехал. Приехал, парниша, приехал. Ну ладно, мы, короче, пойдем на таран. Ой-ой-ой, не надо, уважаемый. Это просто самоходочка, смотри, какая жесткая. Сейчас мы попробуем успеть, короче, отстрелить колеса этому танку. Колес у нас много, так что... Господи, нет! Минус падающий Антоха. Джбоньк! А у нас движок не настолько мощный, чтобы опрокинуть здание, я понял. Я вообще не понимаю, где ты сидишь, я стреляю уже сверху прям. Я, короче, там модификацию сделал, у меня там стальная коробка прям жесткая. Ну и так вот. Я вижу, да, нашел место. Нашел место, убил меня. А, убил? Да, так что убил, место нашел. А, я понял, коробка, говорит, металлическая у меня. Ну ты, братан, не этот, не расслабляйся, второй КВ-6 уже у тебя приехал. О, господи, их два, кажется, было. Их было три всего, ребята писали. Давай, да, реально, три же попытки у нас, я забыл про это. А, кстати, здесь в оригинале еще ракеты были, понял? Но я их убрал, потому что любой снаряд и все, и приехали. А, ракеты типа на танке, да? Да. Ой, братан. Что такое, я падаю? Читер, твою мать! У тебя здание упало и забалансировало опять. Отлично, отлично. Воу! Забалансировало, нихера себе забалансировало! Я живой! Я живой! Блин, ой, я живой до сих пор. Совсем убил. Нормально. И бодехер, как говорится. Меня чем-то придавило сейчас вообще. Интересно, чем это? Планочкой. Планочкой, а где ты там вообще? А вот он валяется прямо на дороге. А ты где? Не, я тебя не вижу. Ты где-то реально задавленный, походу, по детальками. Не знаю, у меня я на дороге лежу, он вообще просто на меня типа бревно сверху упало. На тебя как бы этот здание упало, братан. Целиком. Ну да, жестко.
Ну что ж, КВ-6, в принципе, неплохо разбирает за своими дронами, но дрона отлетают тоже-то не слабо, да? Ну, как бы с нескольких выстрелов, да, они отлетают. Так что такое себе. Ребята, пишите в комментариях, что думаете. Мы сейчас поменяем танк, и, в принципе, я пойду в защиту и попробую выстоять против следующего монстра. Поехали. Друзья, в общем, продолжаем мы наше лего-штурм здания, и давайте посмотрим, что у нас за танчик. А у нас вот такой вот Маус красивенький. Немцы, немцы, немцы! Немцы атакуют, держи здание в защите, господи. На тебе. Ой-ой-ой, ну он, слушай, пробил, он нет? Это же Маус. Не пробил, что ли? Нет. Да ладно, два снаряда попало уже чисто в цель. Ну, у Мауса, как мы знаем, пушка всегда была слабая, даже World of Tanks и так далее, в общем, всегда была слабенькая, поэтому броня только должна зарешать сейчас. Таран, ну как сказать броня... слабенькая? Я, слушай, 4 раза попал и нихера. А пушка не стреляет уже. Здравствуйте. Он, кстати, у тебя турбированный, ты в курсе? Здравствуйте. Не врезай. Придется давить. В НЛД. Господи, попал. Да. Ты смотри, что он делает. Слышь, убери свою морду жирную. Суперский танк, просто нет слов. Ой, у кого-то крестики. Не, я просто тебе пушку отстрелил. Так неинтересно, не буду стрелять в пушку сейчас. Давай восстанавливай танк. Ты меня смотри, ты мне полхаты снес. Так, я заехал просто туда. Ну, нихера себе, просто заехал. Да. За такое выселяют, братан. Да, я тебе сейчас выселю, именно. Я этим и занимаюсь, в принципе, выселением жильцов с опасных домов. Дебошир пришел, просто полхата разнес по кирпичам. Так. Да, смотри, я в тебя буду пытаться стрелять, смотри. Видишь, по этажам иду выше. Понял. Я немножко отойду тогда. На тебе в крышу. Я даже не знаю, куда стрелять, чтобы... Ой, у тебя планка, смотри, падает прям. Да господи, боже мой, куда я там попал опять? Смотри, он едет в тебя, он едет. Господи, как его уничтожить? Нет! Господи, едет, смотри, едет. Дебошир... А он врезался. Просто. Он долбанул нормально прям. Ты смотри, какая у него броня, охереть. Ты если боком поешь, я, наверное, не пробью. Ты меня выстреливаешь сразу. Ну ты спереди где-то сидишь просто, а броня у него жесткая. Я, то есть, ему в башню стрелял, у него ничего не отлетело давай от башни вообще. Давай тогда боком буду ездить, что ли? Ну-ка, давай. Залепи свое дуло. Да ты опять дуло отстрелил, братан, ну что ты делаешь? Да я, блин, с такого расстояния просто стреляю в танк, понимаешь? А куда летит, я уже не вижу. Ну, дуло отстреливаешь, и все, он вообще беспомощный, бедный танк. Писюльчик. КВ-6, короче, в количестве дронов, конечно, побеждает. Ну да. Несомненно. Броня у него, я бы не сказал, что прям жесткая. Такой медленный, ползет там ромбиком, что-то. Я ромбиком еду. Я вижу. Я тебя пытаюсь что-нибудь отстрелить. Ты мне опять пушку отстрелил, господи. Ты можешь башню в эту сраную не стрелять. А я не стреляю в башню, я постараюсь по колесам стрелять. Просто смотри, вперед стрелять ты сдохнешь, да? Нет, смотри, не сдох. Окей. А-та-та! Не попал. А что у меня с домом вообще творится? Я вообще не знаю, он, по-моему, ему даже урон не наносит, этот Маус сраный. У меня внутри, короче, этажи прыгают, веркают, понял, жопой? Я уже столько раз по этому дому дал, я не знаю, когда он это... Не, ну хорошо проходит, но тебе таранить надо, походу. Прям оптимал вариант. Если передом повернусь, то все будет. О, в башню, на! Не пробил башню, серьезно? Как вообще просто? Не, ну башня-то она у него крепкая как бы вообще. Не, Маус очень бронированный танк, смотри. Ну слава богу, что его хотя бы сделали бронированным, еще бы... А перед об этом, о машинисте ее все подумали бы. Ну да, машинист надо было, короче, скрыть прям как-то. О, пушка отстрелена. Не надо, братан. Да. На таком говне, конечно, штурм здания делать — это жесткая тема. Блин, но он не взрывается вообще никак. То есть я этот танк из хода могу вывести, только если уничтожаю мехвода. И все, без вариков. Так он не взрывается никак, и он не взрывает никого никак. Блин, мне бы сюда зенитку какой-нибудь, знаешь, пулемет такой. Та-д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 а. Просто было бы от души. Сколько вот надо выстрелов, чтобы здание это разрушило, этот Маус? Я вообще даже не представляю просто. Не, ну пролетает-то нормально, смотри, все равно. Но слабо. У него. У него этот. ДПМ слабоватый. О-хо-хо-хо-хо-хо! Как ты не умер-то, слушай! А ты что, в меня попал, что ли? Да! Я на свободке летал просто. Я прям в тебя попался, господи! Ах ты жопа. Кстати, у меня просадка крыши пошла, ты что делаешь? Шайтан. На тебе. Так я по тебе стреляю.
Так смотрит, что у меня происходит. Оп. Минус стекло. Здравствуйте. Здравствуйте. Грозный дядька, смотри. Здравствуйте. Я пошел спущусь. Здравствуйте. Спущусь на этаж ниже, хотел сказать. Так, подожди-ка, мы тебя выбили, так. Теперь разгоняемся. Он пытается. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Да подожди, ты не стреляй, да я тараном теперь, я тебя убил уже. Че ты стреляешь? Да, ну нас что, думаешь, один человек в здании, что ли? Естественно, давай. Конечно. Уйди оттуда, уйди с крыши. Давай. Я атакую здание. Мне кажется, даже не доедешь на деталюшках. Джибоньк. Доехал. Смотри, он внутрь лезет. Он лезет внутрь, да. Под углом едь. Я и так его пытаюсь развернуть. Братан, давай я тебя подтолкну. Да капец, он ни хера не делает. О, разбился. Давай я тебя подтолкну, господи. Я не знаю, ты на деталюшках полетел. Мне кажется, надо с этой стороны немножко его подшаманить. Так. Ну-ка, шаман. Воу! Чё? Всё. Чё? Здание улетело. Куда? У меня. Минус FPS 20. Ура, мы победили! В смысле? Где здание, слышь, читер? Не знаю, окстись. Здание вообще улетело просто у меня. О, я в твой тачек сел. Слушай, а он шустрый, да? Ага, да, очень шустрый. Шустрый прям шустряк такой. Всем танком танк. Слышь, восстанови здание, у меня оно вообще летает где-то. Да это все, это GG, я так понимаю. Так, У нажму. Че, вернулось здание? Не вижу. Я уже под землей оказался, братан. Вот оно здание. Привет, мое хорошее. Пол здания под землей просто. Да. Не, оно прикольно у меня улетело вообще, как будто после моего выстрела, ага. Я, слушай, пол здания в пучину небытия опустил. Просто вниз куда-то. Че ты щемишь, на тебе? Прощай, FPS просто. Поставили дом на танк, вот это вообще тема. Просто минус FPS. Ты смотри, а танку похер, он едет. Не, Маус, он какая-то крыса некрещенная, реально. Он что-то слишком бронированный, смотри, охренеть. Ну да, такой нормальный танчик. По броне, если сравнивать. ВПС, конечно, минус, все дела, но, блин, он все равно прочный, он реально прочный. Я сейчас сижу, это просто... Я вижу, где ты сидишь. Что ты там делаешь, братан? Я не знаю, я еще и ехать умудряюсь. Вообще. Короче, ребята, такая серия. Пишите в комментариях, что думаете, что вам больше понравилось, КВ-6 или Маус. У Мауса хоть и слабый дрын, но очень-очень прочный корпус. Прям вообще базука его не берет. Да, ребятки, поэтому пишите в комментариях, кто вам больше понравился, КВ-6 либо Маус. И, в общем-то, всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Да, ребятки, пока-пока.